перевозили трупы. Ты чё? Ой, блядь! Друзья, всем привет, с вами канал На Страхе, и сегодня мы с вами приехали в Калужский морг. Многие блогеры здесь уже поснимали, многие что-то находили, многие просто обсосали это место. Я так понял, что и недавно Масленников тут был. Я приехал проверить свои силы, показать это место вам так, как оно есть по-настоящему. Убедиться, есть ли тут или нету тут мистики паранормального. И мы прямо сейчас направляемся туда. Отсюда тепло идет, кстати. Вот так вот. Вот и понеслось. Опускаемся еще пониже. Не повторяйте этого никогда. Стрёмно. Ну, теперь стрёмно. Подпустим, подспустим чуть-чуть, чтобы хорошо слышать. Это морг. Тут перевозили трупы. На всякий случай надо смотреть, что сзади. Так, сейчас пройдем вот этот лабиринтик. По ходу дела тут он и заканчивается. Ой, блядь! Ты сука конченая, а? И прикиньте, и она что-то меня побежала, тварь. Ну ладно. Хорошее начало. Страшно, блядь. Убежала туда. Эта вся фигня горела. Горела. Скотина просто, тварь. Ладно. Классно. Ну что, первая дверь. Отсюда холодом повеяло. Я не хочу, чтобы эта кошка меня еще раз напугала.
Что-то здесь происходило. Что-то здесь творили ребята. Что за знаки? Понятное дело, что все разбивали. Ну ты реально тварюга. Кошечка создала атмосферу. Здесь ничего. Такое эхо. Ладно, там куда-то вход идет. Дальше дверь. Затоплено. Все видно. Хочется убедиться, что здесь никого нет. А вот тут не затоплено, да. Все-таки, как вы считаете? Опасно ли здесь находиться? Куда котик побежал? Котик. Котик. Направо. Здесь уже конкретно присутствует запах горелого. Ты чё, блядь? Ладно, ладно, ноги. Ноги трясутся, соберись. Соберись. Холод. Здесь холод. Где-то вытяжка, что ли? Вот почему холод. Тут есть выход наверх. Если что, по ходу дела. Да.
это все шумит, а? Меня же не может так глючить, а? Пусто. Пусто. Это что такое? Это лифты были? Лифты. Лифты. О, еще коридоры. Опять холодно. Это что такое? Опять все горело. Да. Ага. Смотрите. Вот есть лестница какая-то наверх. Это лестница на улицу. Понятно. Идем дальше. То есть, если что, мы можем тут выбраться. Зачем? И что это такое? И зачем это здесь? Так. Пока, честно говоря, я не понимаю. Но, скажу вам честно, сейчас более-менее успокоился. Ну, то есть чувствую себя достаточно в делах разумного комфортно. Пока ничего лишнего не слышно. Никого здесь нет. Но страх присутствует. Так, вот отсюда пришли, если что. Здесь тоже все горело, и здесь горело. Видимо, не раз поджигали все это. Еще лестница. И судя по ветру, открытая, да. Из
Извините, я приболел. Так. Ну, так как мы с вами прошли практически все, ну, не считая... Не считая того, что мы не заходили в некоторые комнаты, я вам предлагаю пройтись с прибором и понять, что здесь вообще происходит. Это интересно. Вообще, обратите внимание, прибор показывает значение 0, 0, 8, 10 даже. То есть электромагнитное излучение здесь какое-то имеется. 9. Ну, то есть он как-то... Давайте вот так. Хотя нет. Я не вижу так тоже. Сейчас. Секундочку. Сейчас. Да нет, вроде бы тихо. Вроде бы тихо. Сейчас другую руку поставлю. Так. Кстати, он здесь показывает температуру 10 градусов. Но это, скорее всего, вранье. Здесь температура все-таки пониже будет. Ну вот он что-то да показывает. Только почему-то он не пищит. Секунду. Заработал. Смотрите, я его даже настроил, чтобы он показывал. Оп. Что-то здесь он показывает. Так. Ладно, я его положу в карман. Если что, он начнет пищать. С ним не очень удобно так идти. Он из рук валится.
потому что я в перчатках. Так. Работает. Работает. Фонарь. Фонарь. Там, насколько я понимаю, действующая часть. Но туда попасть невозможно. Ну, то есть, там дальше был тоже проход, поэтому пойдемте проверим, что там. Вот туда дальше ведет дорога. Тут мы, конечно, чуть-чуть поднимаемся наверх. Заболел я, да. Становится тоже холоднее. Да. И мы с вами упустили один момент. Там был какой-то проход, мы его не просмотрели. Понятно, это просто туалеты. Это просто... Знаете, я думаю, что было бы вполне себе интересным попробовать поставить свет с камерами. Это куда-то... Куда-то проход. Извините, я туда не могу идти. Лифт. 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 Он так заржавел весь. Так. Ну чё? Какие наши варианты? Я, конечно, тут могу поставить камеры. Но вполне реально, что их просто украдут. Так что камера ночного видения, она далеко не бьет. Она только до меня попадает, и все. Так что... Надо подумать, как это сделать. Да, и врать тоже не хочется. Врать не хочется вам, поэтому я вряд ли все-таки тут оставлю камеры. Знаете, что интересно, наверное, было бы сделать для эксперимента? Сейчас попробуем просто поставить свечки. Свечки поставим и будем смотреть, что будет происходить. И пойдем дальше туда, там есть лабиринт, посмотрим, что там. Поэтому минуточку.
так три. Одна уже все, вторая на исходе, хотя они еще вроде как горят, но все равно. Да нет, они уже вовсю. Вы знаете, я вам так скажу, здесь стрёмно. Здесь опасно, и может быть это после того, как я долго светил себе в лицо фонарем, а может быть не просто так здесь мерещится что-то, я не знаю, но... Слышно? Что-то слышно. Ну-ка. Всего лишь еще один выход. Так, вы знаете, я вам брать не стану, но сейчас у меня в голове разговоры детские. Кто-то ходит, то ли меня паранойят. Ну, я не буду с этим шутить. Давайте правду. Свечки пока горят. Давайте правду. Детские голоса. Не могу сказать, что мне прям страшно, но я слышу. Я не понимаю. Так. Ну давайте вперед. Я готов бежать и бояться. Есть души.
У меня для вас есть идея. Как свечка там дербанит ее нереально, не понял почему. Давайте еще кое-что попробуем. Еще кое-что. Подождем результата. Может быть, кто-нибудь из душ реагирует. А? Домой. Колокольчик. Даже интересно. Секунду. Так. Давай. Если здесь есть души, попробуйте позвонить в колокольчик. А я пока похожу здесь. Чуть позже вернемся. Дойдем пока. Пройдемся, посмотрим. Может быть, что-нибудь еще почувствуется, я не знаю. Может быть, нет. Но будем пробовать. Будем смотреть. Ну, глючит, глючит. Скотина просто. То ли здесь дым какой-то. Что у нас с прибором? Здесь 6 градусов, и прибор пока что молчит. Молчит. Со свечками все понятно. Пока тихо. Ладно. Нет. Так. Ладно. Это мне кажется. Кажется. Не только кажется. Мы сейчас вернемся туда. Ну что, никто не захотел со мной общаться?
Видимо, нет. Был звук какой-то, но нет. Нет, друзья. Нет. Как бы мне не хотелось сказать вам, что да, блин, тут происходит какая-то лютая жесть, тут ужасы, мистика, еще что-то. Давайте будем реалистами. Ну, кто что не снимал, у кого что не происходило, я не знаю, но извините. Но по мне так в этом месте нет ничего такого, что могло бы поменять как-то мое мировоззрение. Но я имею в виду, что оно пустое. Здесь ничего нет. Здесь нет никакой мистики. Здесь ничего не происходит. Друзья, есть места, в которых... Сейчас выключу ночную. В которых по-настоящему страшно. В которых есть своя атмосфера. В которых что-то происходит. Но, блин, я разочарован этим местом. Просто я столько всего про него слышал, извините меня. Но я, конечно, еще проверю. Приеду домой, проверю, может быть, что-то записалось. В общем, друзья, видео смотрите, оценивайте, поддержите мое видео лайком, напишите несколько комментариев. Я немножечко разочарован, скажу так, вот на первый момент, немножечко разочарован этим местом, потому что много всего про него слышал. Может быть, что-то дома я увижу, услышу, еще что-то. Может быть, что-то записалось, но по факту сейчас, кроме того, что там какие-то шумы были, кроме того, что пробежала кошка, запах горелого, ну ничего нет. Ты не чувствуешь никакого присутствия, ты не чувствуешь, что тебе страшно прям вообще так. То есть есть места такие, которые прям заставляют трястись. Это не то место. И кто бы что ни снимал, кто бы что ни говорил про это место, нет, друзья, ничего тут нет. Я попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк этому видео, написать несколько комментариев. Друзья, я потерял колоссальное время, колоссальное количество времени для того, чтобы сюда приехать. Ну, еще и потеряю обратно. Такой же путь нужно будет проделать. Смотрите, может быть, вы что-то увидели, может быть, вы что-то увидели, может быть, вы что-то услышали. Присылайте скрины ВК, добавляйтесь в ВК, поддерживайте канал рублем, ссылка на карту есть в описании. Смотрите мой инстаграм, где я выкладываю много всего веселого, интересного, смешного. И до нового видео.